Илон Маск, кто скажет, что он гений? Нет, Илон Маск гений. Гений. Да. Я скажу. Он Симон, твое слово. Последнее. Илон Маск гений. Илон Маск. Это мозг. Мозг. Он мозг. Он охуенный. На самом деле. Пиздец. У нас заведение нельзя спать. На самом деле Илон Маск, он очень умный человек. Я не знаю, как ты думаешь сам. Но на самом деле Илон Маск умный человек. Бля. Эксселент пишут. Но это старое имя. Согласись, на самом деле. Илон Маск умный. Не, бля, ICQ 10, ёпт. Чего? Может быть, ему в трэш-стрим? Да, там пора было пойти, блядь. Вместо вести твиттер, блядь. Нет. Да я роплю, блядь. Я понимаю, знаешь, блядь, ты очень умный, на самом деле. И у нас очень умный человек. Знаешь... А кто умнее, Михалков или Илон Маск? Илон Маск. Илон Маск. Хорошо, Рогозин или Илон Маск? Илон Маск. Нельзя спать в заведении. Похуй нахуй. Пришел, Грета Тунберг или Илон Маск? Окей, Дон Симон или Илон Маск? Дон Симон. Дон Симон. Нет, Илон Маск. Мнения расходятся. Нет, Дон Симон, конечно, да, интересен. Ну что, Сергей, Володя Медведь вернулся мстить, блядь, Сергей Симонов, просыпайся. Ну, Сергей Симонов, это такой, блядь, чувак, на самом деле. Конечно, ему можно все, даже спать, не положено быть. Спасибо, что ты... Короче, ты тост не договорил, что ты там... А ты мне обещал еще? Я пойдем. Тоже отбил тост. Еще пойдем. Пойдем. Ты мне 5 пар еще обещал. Да. Давай. 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 Пробуй. Я так скажу, слагаю. Понимаешь? Да. А ты мне обещал? Я вот не так, вот тёлку. Я надеюсь, обещал мы не себе будем вместе. Стрим? Ты мне обещал себе привезти. Я тебе сейчас привезу. Поехали. Мы поехали. Вот сейчас? Серёга возьмём. Снимем шаболку на двоих. Серёга, да мы сейчас про сейчас говорим? Сейчас, подожди. Да, возьмём, подожди. А эти что будут делать? Блять, попробуй физически, я не могу, блять. Давай поедем на самом деле, блять. Куда? Ко мне? Ну ты же обещал, я тебе заплачу. Ну что, вот нет. Поехали, мне куда? Что мы там будем делать? Чего вы там? А давай поехали куда-нибудь, блять, дебаним. Так. Решайте. Смотрите. Дайте мне... 3 минуты. Я переговорю с человеком. Давай, поедем куда-нибудь охуенно, блядь. Не, нам... Что нужно нам? Место, просто. Зажечь нужно, блядь. Кирилл, реши что-нибудь. Что нам нужно? Просто сам. Место, где просто... Дислокация. Зажечь нужно. Попердеть. Да. Где давай. Попердеть? Дон Симон спит, как видишь. И Дон Симон домой занесем там еще. Нет. Серега с нами. Не, давай. С нами или давай домой? Завезем, блядь. На самом деле, с нами? Да. Сейчас завезем, блядь. Слагаю, пойдем попиздим. Чего такого? Да что, подорвались, надо поесть. Нет, с тобой вдвоем поедем. Да. Это было 3 ноября. 3 ноября сказали Хованского поддержите. Он пришел, а я его ждал, короче. Хованского поддержал Мелкус. Нет. Ресторатор на Порше подъехал к Хованскому сюда, а я его там ждал. Поняли, да? Оперативно. Нет, давай. Сейчас заберем. Курить или что? Нормально все? Да. Ничего страшного, давай. Иди покури, может быть, ничего. Вот Кирилл вышел, у него сигареты есть, у меня уже все не кончил. Дойдешь до Кирилла? Да. Выйди просто. Извини, пожалуйста. Я, блядь,
Где это туалет, блядь? Туалет? Да. Ну тут. Пробуй. Ты это у меня не заказывал? Нет. Не я. А, надо? Хуй вы знаете, ты это у меня заказывал. Девушка, можно вас спросить? Телефон зовите. Потому что вы раздражены. Сергей, телефон. Да. Чему телефон? Спасибо большое. Пойдем мы еще? И ничего выйдем. А? Я куплю. Ты со мной? Да, я с тобой. Я хочу купить еще. Но только рукой тебя не мучило, я просто обнял. Можно так долго? Симон. Где мой долбанный телефон? Сейчас возьмем, блин. Что возьмешь ты? Сейчас я телефон возьму. Серег, можно? Сейчас. Что успеешь? Набери меня, пожалуйста. Я вызову такси, на самом деле, пацаны. Можно такси вызвать? Серёг. А? Серёг. Да можно, можно, вызови. Подожди, Дэбо он мне наберет. Да, сейчас будет. Можно на двери поехать? Хочешь в двери поехать? Давай завтра. Давай завтра. Это там. Давай завтра, не сегодня. Я просто в говно. Ты, по-моему, тоже, судя по тому, как ты являешься здесь. Надо выспаться и подумать. Давай, хорошо. Давай? Давай, хорошо. Хорошо? Согласен? Согласен? Согласен, нет, брат? Потому что у меня там завтра тоже работа будет, конечно, я не знаю. Блядь. У тебя завтра работа, завтра воскресенье. У тебя работа один хуй? Нет, лично? У меня работа будет завтра, да. Не, давай тогда посидим чуть-чуть или чуть-чуть немного. А Серега обещал мне со мной посидеть. Ну, сейчас. А Серега ты с тобой посидит. Просто набери меня. Сейчас, подожди. Давай телефон, блядь. Сейчас, подожди там. Ты помчал, Гриза, там два, по-моему, осталось. Да, Саш. Ага. Да. Пожалуйста. Это вчерашний Саня? Да, поговори. Да, здорово, Саш. Ты доехал вчера, нормально? Какое видео вчерашнее? У меня или у Сереги? Да нет. А, у Сереги? Так, ой, а я-то тут при чем? Мы не удаляем видео. Брат. Какое именно, скажи мне? Мое или Сережу? Ну, в смысле, слышишь? Ты хочешь, чтобы я пятичасовой стрим удалил, и Сережа тоже свой пятичасовой стрим удалил? Да похуй нахуй. Ну, типа... Хорошо. Ладно, сейчас, подожди. Ну, давай. Блядь, у тебя микрофон не выключается, да? Да я так скажу просто. Да. Там, понимаешь, да, типа... Да, девочка. Слушай, ну там просто вот... Девочка, да. Вот, ну вот так вот просто. Там, короче, прижали, девочка, понятно. Девочка, да. Под каблучком прижали, блядь, там. Удаляй видео, какого хуя? Почему я вам должен удалять? У меня вчера классный был стрим, почему я должен удалять? Ну, типа... Я ему вчера сказал, это ты должен решать свою судьбу, а не кто-то другой за тебя должен ее решать. Конечно. Я ему сказал это. Все равно звоним. Слушай, брат, если у тебя есть бабки, это не значит то, что ты можешь, типа, все. Главное, что в коробочке и что в душе, что внутри. Ты сам решаешь свою судьбу. Не кто-то за тебя. Это ты должен делать. Понимаешь? Все.
вообще откуда? Как он вообще попал? Мы уже с Лентом приехали, мы потом, ладно. Да, потом. Все, закрыли тему, короче. Круто, тачка, экран звенел на 30, за то, что... Из мэта искусства. Еще дураком назвал его Ахаха. Танцем он умеет, да, да, не удивляйтесь. Со стажем, блин. Чекай, как развел, блин. Да. Спасибо за донат. Спасибо большое. Мастерство, блядь, не пропьешь. Не, Саша большой молодец на самом деле. Очень большой молодец. Ему спасибо. Он сделал эти выходные. Да? Я не знаю, кому сделал. Ну, по бабкам я имею в виду. По бабкам, да. Че там? Развели лоха на 15. Ой, блядь, я у тебя умоляю. Там не 15к, чтоб ты понимал. Там поболее, блядь, будет, да? То, что я даже помню. Во-первых, поболее, во-вторых, ребят, он взрослый человек, да, наверное, да. И последний, он сам изъявил свое желание. Там не 15к, ребят, я даже не знаю, блядь, там он полтос нахуй, ебал нахуй, блядь. Ну, то есть он все рестораны вам оплачивал, сколько вискаря было куплено, такси. Подарков, блядь, такси. Айпад он мой забрал, ну хоть разбил, ну ладно, забрал. Что? А что-то еще было? Класс, Саня молодец. К Саше, я говорю, отъебитесь от Саши. Очень позитивный мужчина, очень нормальный, умный. Во-первых, насчитанный, образованный. У него работа, да, да, такая, да. С ним интересно разговаривать, любит детей, что тоже немаловажно. Там не 15к, там, блядь, я думаю, ну полтинник он разгрузился, блядь. На полтос нахуй на выходные, блядь. Если не больше, блядь, я не знаю. Я не считал, блядь, я чужие деньги не считаю, конечно. Алло. Здорово, да, узнал. А как дела? Да. Жив, 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 блядь. Ну. Че у тебя? Да понятно, Сашка. Понятно. Ну че? Блин, спасибо, Сань, большое. Ты там смотри тоже, там это, на поворотах охотник, блин, я имею в виду это. Ну, с женой-то не надо, там, угадаться лучше. Ну, все, да, все. Ага, ага. Ну, ладно. Давай, да, да, да. Ты жив там, здоров, нормально все? Ну, само. Все хорошо, спасибо большое. Не, не, нет, нормально, ровно все, ровно, ровно. Угу. Обязательно. Ты, главное, дома, чтобы все нормально было, все. Это мы-то свои там, блядь, дела, это понятно. Обнял, обнял тебя. Да, Сань, спасибо тебе большое. Вообще тебе спасибо за все, блин. Да. Я тебя люблю очень сильно. Спасибо тебе большое. Взаимно. Все, потом мы, может, даже вне стрима сядем. Ну, короче, разберемся. Там покушаем, посидим, там, это, ко мне приедешь. Там, ну, разберемся, короче. Или я к тебе, ну, решим. Привет ему большое. Спасибо, тебе, кстати, большое Наталье, за подарки, привет. За цветы. Да, да, и цветы, и все, 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 все по теме, все правильно, все вообще. Мужик, короче, блядь, мужик. Ну, правильно, я тоже, блядь, никому не прихожу, блядь, с пустыми руками, это же понятно. Это. Ну, ладно, это самое. Ну, ты там ничего восстановился? Более-менее? Ну и все, ладно, слава богу. Давай, все, обнимаю, Сань, давай на связи, это самое, звони, пиши, короче, я, ну, я здесь, на районе. Все, обнял. Да, давай, спасибо, пока. Сашка. Так, далее. Ну, я это не беру, ребят, куда я сейчас это...